В конце ноября в клическое РУВД обратился житель агрогородка Новые Максимовичи. Он пояснил, что на своем мотоцикле, оставленном на ночь во дворе дома, обнаружил механические повреждения, которых ранее не было. Предположив, что его транспортное средство, возможно, кто-то брал без спроса покататься, мужчина написал заявление в милицию. Сотрудники отделения уголовного розыска Кличевского РУВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался 14-летний школьник, проживающий в том же агрогородке. Ночью парень проник во двор дома односельчанина, выкатил мотоцикл и, сумев его завести, уехал. Однако поездка была недолгой. Не заметив в темноте лежащие на земле бревна, школьник наехал на них и остановился. Позже угнанное транспортное средство он прикатил на то же место, откуда начал движение. Напоминанием о неудачной поездке стало погнутое колесо и деформированные детали подвески. Следователи дали правовую оценку действиям несовершеннолетнего и возбудили уголовное дело.